Решила пойти по быстрому старту, изучив маркетинг, продукцию, вознаграждение. Я составила список знакомых и начала назначать встречи. Я говорила всем, какой удивительный магазин. Здесь вы можете экономить и покупать концентрированный продукт, не бояться подделок. Здесь огромный ассортимент для любого. И так я рассказывала и приглашала людей в свой магазин «Фаберлик». И в первом периоде я закрыла 19%. У меня всегда 100% регистрация людей, потому что я точно знаю, люди ходят в магазин. Посуду еще можно помыть горячей водой, но постирать и почистить зубы нужно всегда. В среднем семья из 3 человек тратит на моющие средства от 2 до 3 тысяч рублей. Моя задача – показать им свой магазин, где они могут иметь 25% скидку, подарки и возврат денег. Дальше я обязательно назначаю 2-ю встречу с консультантами, где уже определяю, если человек остается потребителем, я рассказываю о продукте, скидках и всегда действую по схеме. Приведи 5 своих знакомых и близких. Познакомь их с нашим магазином. Ты же хочешь, чтобы твои родные были здоровы и экономили деньги. С продавцами-консультантами я изучаю продукт и просчитываю выгоду 100-бальной программы. И всех, и потребителей, и продавцов запускаю в шаговую программу. Обязательно отслеживаю до 2-го шага, потому что 3-й он уже сделает сам. Это очень важно, так как 8 периодов консультант будет держать стабильно 25-50 баллов. На 2-й период после регистрации в компании я открыла статус директора. Первый мой партнер, Светлана Тюрюханова, приняла решение идти со мной. И в 4-м периоде я открыла статус старшего директора. Сейчас в моей структуре 2500 человек. Хочу сказать, у нас у всех есть ученические дневники. Там расписаны планы и цели на 1-2 года. Каждую неделю мы планируем, а в конце недели подводим итоги и с юмором ставим оценки. Дневники очень помогают, потому что это 10 лет школьной дисциплины. И даже сейчас я спустя много лет после школы, чтобы вспомнить какой-то день недели, всегда в мыслях представляю дневник. Структура быстро росла, и нам нужны были офисы для встреч. И здесь компания о нас позаботилась. Открывая агентские пункты, мы не только получали место для встреч, но и дополнительный доход. За 10 месяцев в моей структуре открылось в Республике Бурятия 11 агентских пунктов, и мы вывели продукцию «Фаберлик» на отдаленные районы. Также за это время открыли статус директоров 4 моих партнера, из них 3 по быстрому старту. Помимо обучающих школ на агентских пунктах, 1 раз в неделю проходит общая школа, где поздравление новых статусов, обмен опытом, и всех новичков мы приглашаем на встречу. Пришел, увидел, зарядился и пошел с нами. Еще хочется сказать про наставничество. Для меня это очень важно. Показать на первых шагах лидеру, насколько легко строится бизнес, когда нас 2. Мы единомышленники, мы идем к одной цели. И если я тебя привела, ты мне поверил, мы это сделаем, потому что мы уже маленькая, но команда. И за эти 10 месяцев мы учимся и набираем опыт. И чем глубже я изучаю компанию «Фаберлик», тем больше восхищения она вызывает. Огромное спасибо
руководству компании и сотрудникам за шанс, который вы дали людям жить достойно. С такими инструментами для работы, с мощными поощрительными программами, очень легко можно достичь самых высоких результатов. Большое спасибо!